Моє перше мило. Ще трошки не засохло. Це була розочка. Він вже не засохне, він стільки днів там стояв. Засохне, воно должно дня 4-5 стояти, а чим більше води, тим більше буде сохнути. Тут я його вже вийняла раніше трошки. Воно ще вологе. Але ще буде усихати. Такий получився прикольний кексик. Ще таке влажне. Одна є. Звичайна формочка для кексів. Так, будемо відкривати сірочку. Оля, тебе завтра генеральна репетиция, хоть тебя вспомнишь? Конечно, помню. А чем все время забывает, а я ему помогаю? Ну, конечно, ты же у нас Прима. Сама ты Прима. Так. Мама, це була настояща Прима. Ух, на стихи читала. Значить, я Прима, а ти Прима. Хорошо. Надо будет заполнить. Ай, якась звездочка. Класно получилось. Ще мокреньке. Кейк, желе. Я хочу милитись. Опа. Оп. Оп. Вот так. Оп. 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 Так, тепер. Квіточку. Так. Вот. Класно. Красота. Класно таке получилось. Таке ще мокреньке. Опа. Розочка була. Вологе. Дезодорант. Тоже еще на досуг. Так. Еще сердечко. Так. Чуть-чуть зачепило. Тоже волоще. Сыренько. Прикольно таки вышло. Почему ты не поедешь? Но ведь весь класс едет.
следующий раз. Ладно, не боли, не хочешь. Ну, поедем. Александровна, понимаете, у нас сейчас небольшие финансовые трудности. Девочки помогают мне, как могут, поддерживают. Скоро станет полегче, мы все поедем на эту экскурсию. Нина Алексеевна, это вам. Какой чудесный журавль. Конечно, поедете. Вот такие мыло. Вася, спасибо тебе большое, что отказалась от этой дурацкой экскурсии деревянного зодчества. Я тебе обещаю, как премию получу, сразу же поедем. Ты понимаешь, что я не могу, я очень получу. Так, сейчас я его выкручу. Хорошо, ты права. Но премия. Так. Помни, у меня скоро премия. Це я його викрутила аж занадто. Коротше, отаке воно виходить. Можна навіть форму з дезодоранту зробити. Так, зараз я його вкручу назад трошки. Так вже тримається. Теж ще не досохло, ще вологе. Має бути сухе, як звичайне мило. Такий був дезодорант з приколами. В общем, вот так. Все? Мені сподобалось.